Главное достижение – это то, что мы с вами, я уже сказал, построили первое, в нашей вообще истории первое суверенное независимое государство. И вы тоже причастны к этому. Хоть вы еще маленькие, молодые, может быть, и не столь много сделали, но мы уже это государство построили. Я считаю, что это большое достижение нашего поколения в целом. Ну, а мне повезло, что я первый президент этого суверенного независимого государства. Знаете, когда начинают говорить, вот Лукашенко там встречается с Путиным, Беларусь включили или включат в состав России и прочее. Скажите, вот вы кем бы были, если бы вам в жизни повезло создать и возглавить первое суверенное государство в истории нашего народа? Вы что, его похоронили собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду. У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить. И самая главная граница – это оберегать и прежде всего вашим умом, талантами, вашими руками оберегать суверенитет, независимость нашей страны. Поэтому вы даже не слушаете и не читаете, когда идет речь о потере нашего суверенитета и независимости нашей страны.